С огнем справились в считанные минуты. Во вторник в 3 часа дня в одном из административных зданий на площади Ленина произошло короткое замыкание электропроводки и задымление. Ликвидацией пожара занимались огнеборцы пожарной части номер 60. Дознаватели устанавливают ущерб. И виновное лицо, если установится, то вообще по 20.4 статья 20.4 Кодекса административных правонарушений. Там предусмотрены штрафные санкции на граждан от 2 до 4 тысяч рублей. Сейчас просто особо противопожарный режим введен. Пока виновник не установлен. К счастью, обошлось без пострадавших.